добиться правды. Настя ночью сбыл. Она в реанимации. Это Сергей Полянский. Это известный бизнесмен. Вы сбили девушку и скрылись вместо ДТП. Человек может умереть. У меня есть видео, которое доказывает, что это вы сделали. Ты можешь отправить с этим видео сразу генеральному прокурору. Моему хорошему товарищу. Если не сделать ей операцию, она умрет. Надо успокоиться. Я спокоен, как удав. Ты позвонишь ментам, и все будут тебя аплодировать или что? Короче, есть идея. Мы сделаем ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Мне иногда кажется, Серега, что ты псих. Именно поэтому я приготовил для вас нечто особенное. Давай. Не очкуй. Аккуратнее с возом, смотри, чтобы весь офис с ума не сошел. Тренер корпоративный. Нужны деньги, срочно. Завязывай, Серега, завязывай. Хрен тебе! Я умею управлять гневом. Неужели вы думаете, что все ваши действия останутся без внимания? Умрёшь, сука! Слово «справедливость» для вас потеряло смысл. Никому нет до этого дела. Никому, кроме нас.